Привет-привет! Добро пожаловать в новый влог. Я сейчас собираюсь на море, собираю всех нас и наконец-то дошла очередь до меня. Я заранее составляю какие-то наряды, потом мне гораздо проще будет это все подбирать. И очень вовремя мне приехала посылка из финальной распродажи Reserved. Я специально выжидала максимальных скидок. Я прям мечтала, что буду носить этот обруч, который я приобрела в Сковине в магазине No Name. Мечтала, что буду носить его с чем-то розово-оранжевым, и не зря я вернула костюм из Зары. Это типа как такое кимоно из льна с шортами. Можно носить с поясом или без. У меня и то в размере S, но шорты можно было брать поменьше, потому что это лен, и я уже вижу, что они сидят свободно. Не стану менять, но в любом случае S-ка здесь не супер маленькая. Очень красивый цвет, жизнерадостный, и возрадуются те, кто говорят, что я постоянно хожу в чем-то нейтральном, серо-бежевом. Так что вот немного цветного позитива. Я, конечно, сомневаюсь, что я потяну с собой еще и каблуки. Все-таки урвала с собой, или как это правильно называется, в Заре. Они кожаные, плетеные, оранжевые. Но думаю, что не очень удобно там будет по горкам вот этим всем ходить. Уже, знаете ли, не тот возраст. Поумнела. Можно еще добавить... О, у меня сегодня есть сережки, но маленькие. Серьги более объемные. И даже создавать разные вечерние наряды. И поверх купальника кимоно можно набросить. И поверх шелкового платья с тонкими бретелями. Я уверена, что можно найти много применений кимоношке. Ну и шорты, понятное дело, тоже носим отдельно. Как вам такой наряд? Еще заказала такой костюм. Вот думаю, мне кажется, топ великоват мне в груди, тут не хватает души. Юбка, ну вроде как все супер, и расцветка, это 100% хлопок. Ну вот из-за карманов как будто еще мне добавили бедер. Не? Все-таки думаю, что надо оставлять. У меня порвалась моя соломенная сумка из Страдивариуса, которая служила мне довольно долго. И я заказала вот эту из типа премиум коллекции. Не знаю, какая между ними разница, но выполнена она неплохо. Правда, внутри нет никакого кармашка и чехла, но зато она будет супер вместительной. А теперь включение из Хорватии. Мы уже приехали сюда. Если вы не поняли, то вот там море. Если бы не соседский дом, то вид, конечно, был бы шикарный. Но на самом деле нам минут, наверное, 5-6 до пляжа, до побережья моря. Покажу вам, как мы разместились. Это небольшой апартамент в поселке Ичичи. Это моя пляжная сумка, которая едет сегодня со мной. Пляжное полотенце, ну, кровать одна, одна комната. Есть шкафчики, куда можно сложить одежду. Захар, ждущий маму. Захар, привет. 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 Прихожка. Мы не возим наши вещи в чемоданах, а вот таких икеевских сумках. Я понимаю, что выглядит так себе, но это удобно, потому что не нужно тягать тяжелые вещи. Но самое главное то, что у нас много всего нестандартных размеров. И столько чемоданов и столько вещей не поместится в багажник, а эти Томик может хорошо утрамбовать. Но очень прикольно, когда мы начинаем куда-то заселяться. Большое зеркало. Еще один шкаф и вторая комната, в которой поселились мальчики. То есть это и кухня, и зал, и тоже два спальных места. Здесь кухонька, все очень скромно, но чисто, светло. Единственное, что это стандартные апартаменты, где нет ничего, кроме соли, перца, даже воды не было. Это не минус, это как бы просто говорю вам, да, Захарчик, нельзя так оставлять зарядку. Есть плита и даже духовка, стандартный набор кастрюль и столовых приборов,
Но если соберешься готовить, то придется покупать бутылку оливкового масла, ну и всего-всего. То есть сильно не разгонишься, а такое что-то перекусить, скажем так. Большая, светлая, чистая терраса, где есть и сушилка для полотенец, там какой-то одежды, если вдруг что-то нужно постирать. И можно присесть вечером с бокалом вина, но я сегодня утром пыталась найти свое лицо. Выпила кофе, что-то как-то проснулась, довольно опухшая, SPF нанесла, взяла с собой в поездку этот, нашла его, когда-то покупала, и он мне нравился. Был запасной, это корейский бренд, сделала микротоки с утра и гуаша, а чашку надо помыть. Здесь на территории есть еще и общий бассейн, джакузи. Можно им пользоваться с 8 утра до 10 вечера. Но мы вот с минуты на минуту едем на пляж, на море. Это главная цель нашей поездки. А утром, пока я собираюсь, пока там готовлю какой-то завтрак. Кстати, я сегодня не позавтракала. Дети могут покиснуть в бассейне, и им не скучно. Пойдем. Ой, какая жара сегодня. Утро, но уже это ощущается, обещают 35-36 градусов. Вот туда мы сейчас поедем. А у бассейна никого нет, как раз можно свободно поснимать и никого не напрягать. Здесь небольшая территория, нет травички, где можно там, не знаю, поиграть в футбол. Ну, вот так присесть вечером, например, или днем, но, как-то видите, никого нет у бассейна. Зонты очень удобно, можно спрятаться от солнца. Это получается часть, где плаваешь, а вот там джакузи. А интересно, что если ты хочешь прийти сюда с винцом или с коктейлем, посидеть вечером или съесть что-то, то нужно использовать пластиковые тарелки и бокалы, чтобы ничего случайно не разбилось. Если придешь со стеклом, то штраф 200 евро. Вот здесь общий гриль, можно забронировать для себя время. Я пока что не видела, чтобы кто-то вообще занимался этим. Сказали, что в любое время можете приходить и жарить что-то. Я такого гриля что-то как-то у нас не наблюдала. Наверное, это электрический, мне так кажется. Хотя я могу ошибаться. Здесь кастрюльки. А вот самое интересное то, что бокалы здесь стеклянные. И вот как понимать такие правила? Я что-то не въехала. Море в Хорватии, конечно, бесподобное. Вот мы не были на Мальдивах, нас не тянет в Доминикану, в Дубай, в Арабские Эмираты. А в Хорватию хочется и хочется возвращаться вновь. И вот в июле и в августе здесь уже теплая вода и очень жарко даже на Кварнере. Это северный регион Хорватии. Мы и наш гламурный отдых. Постоянно что-то тягаем. Я еще взяла с собой штатив. Зато мы приехали в очень красивое место. Это Рабац. Местность на берегу моря. На побережье прям. И вот здесь располагаются комфортабельные отели. Муж не переносит такие места. Хотя я бы с удовольствием приехала. Думаю, что я когда-то его все-таки уболтаю. Потому что это удобно с детьми. Не нужно никуда таскаться. Здесь мы планируем остаться до позднего вечера, потому что мы как-то поздно выгреблись, долго отсыпались. Здесь самая красивая набережная, по моему скромному мнению, плюс все условия для детей. Мне не нужно париться, что глубоко или нет. Просто договариваемся, что они не выходят дальше, вот чем эти камни. И под присмотром папы или меня можно отправиться туда на развлекухи и поскакать. Также, если будет сильно жарить солнце, то можно погулять вдоль набережной. Здесь частично есть тень.
уже гораздо меньше людей, поэтому могу вам сказать несколько слов о пляжах. Здесь все пляжи бесплатные, это раз, в том числе и этот. Но лежаки в этом году доступны только гостям отеля. В прошлом году их можно было арендовать, если ты просто приезжаешь не из отеля. Там вот дальше есть часть пляжа с песочком для детей, такая типа как мини-бухта, там нет волн, там вода потеплее. Вот это домик такой типа как пиратский, вот он, дети туда тоже могут заходить, плюс большие камни, где все постоянно лазают и играются. Большой батут платный, я не знаю сколько он стоит, а вот этот для посетителей пляжа можно без проблем туда забраться, попрыгать, понырять. Но, конечно, дети помладше строго под присмотром родителей. Также здесь есть место, откуда можно съезжать в воду или прыгать. Вот еще большие камни с каждой стороны, волнорезы. Захар тут мажет, сейчас убьет меня веслом. Ну и платные развлекухи, типа таблетка или как оно там называется, когда тебя на скорости кидают из стороны в сторону, и скутеры, на которых мальчики катались. Несколько ресторанов, можно выбрать, в какой сходить, и вообще круто прогуляться вдоль побережья, вид невероятный. Мы сегодня какой-то там день в отпуске, и впервые попали в ресторан. Как так получилось, поэтому я решила шикануть. И заказала себе стейк из тунца. Вот, по-моему, я его не осилю, он довольно большой. Голодный человек ест спагетти, но, к сожалению, с мясом закончилось, поэтому только с томатным соусом. Вкусно тебе, Игнат? Отлично. Всегда выедает все зеленое. Решили отпраздновать потерю очков мамы. Потешные. Празднуем потерю моих очков бэби-дринками. То есть безалкогольным мохито и безалкогольной пинаколадой. Закрываем пляж. Допоздна сегодня сидим. Уже солнышко село. Очень приятно на пляже. О, как мило. Остаемся на дискотеку, Захар сказал. В основном они дерутся, между прочим, они целуются и спорят. Мы с Игнатом спустились между скалами и выискиваем крабов. Мы, конечно же, их не ловим, но просто интересно понаблюдать за ними. Игнат, покажи, какого мы нашли по размеру. Игнат, покажи, какого размера знаешь мы. Не-не-не, ну так... Короче, вот еще половину, представьте себе, такой большой сидел. Ну и куча маленьких. Не бойся, Игнат, он тебя не сожрет, пока ты его не станешь трогать. Видите, там сидит красавец. Да, пойдем сейчас за Захаром. Попробую еще их выглядеть здесь. Ой-ой, Захар, о, боже, Игнат, он шевелится. Смотри. Куда-то идет. Местный рыбак собрался на рыбалку. У него есть лицензия, и он даже предложил нам поехать с ним завтра рано утром. И посмотрите, какое интересное приспособление. Вот это все живая рыба, чтобы вы понимали. Интересно, что он собирается ловить? Наверное, рыбу гораздо крупнее? Ил. По традиции мы остановились в придорожном ресторане. Это культовое место, которому очень много лет. Оно существует с 1877 года. Мы сегодня переезжаем, но не на совсем, в смысле не из Польши, а из северной части Хорватии в южную. Дорога занимает около 4-5 часов, но так как мы частенько останавливались, то у нас получилось
ну, почти 5 часов. Мальчики сидят на телефоне. Они, кстати, вообще в этот раз, что до Хорватии, что по Хорватии, ни разу не пользовались телефоном. Они даже не брали свой телефон, свои планшеты, так что у них детокс от гаджетов, в отличие от меня, потому что у меня наконец-то появилось вдохновение для Инстаграма. И сейчас мы остановились на обед. Такая жара, девочки, что просто капец. Ну, а чего можно ожидать от южной части Хорватии в июле, в конце июля, но тем не менее, около 40 градусов, в тени, наверное, где-то 36. Так что ощущение, что ты находишься в сауне. Так что прохлаждаемся холодным вином, но это не просто холодное вино, это сухое белое местное вино. Я разбавлю его немножко с минеральной водой, с газом. Надеюсь, что я не отрублюсь после такого напитка. А это то, ради чего нас Томик всегда сюда тянет. Интересно, что здесь целая система вентиляции, потому что мужчина постоянно открывает и закрывает окна с одной стороны и со второй. Так что это вам не хухры-мухры. О май гад, порции здесь совершенно не детские. Посмотрите, какая порция у меня. А, мама на диете. Цоапчити. Это их типа как... Я сейчас могу ляпнуть не то, но мне это напоминает люля-кебаб и овощи-гриль с луком и соусом. Папа тоже на диете, как видите. У него ведро баранины. Да, извините, это ягненок. Ягненок, это не баранина. А у мальчиков порция спагетти на двоих. Очень большая. Зар, телефон оставь в покое во время еды. Ок. Снаружи покажу вам завтра домик. Там очень красиво, но как-то ветрено стало ближе к вечеру, поэтому не хочу, чтобы микрофон шипел. Этот дом был отстроен 4 года тому назад, но ему довольно много лет здесь жили родители мужа хозяйки. Вот здесь такая кухонька, немножко напоминает какой-то итальянский стиль. Здесь уже совершенно другая история, есть абсолютно все, что нужно для готовки. И многие снимают этот дом на неделю, иногда даже на месяц. Вот здесь первая ванная комната, очень чисто, как снаружи, так и внутри. Полотенце для бассейна. У меня больная спина, поэтому Томик в роли Святого Николая. Вот здесь гостиная и также обеденный стол. Мы в восторге. Это то, что мне было необходимо. Томик уже взял пиво, будет релаксировать. Мы уже никуда сегодня не едем, потому что около 7 часов вечера камин. Очень здорово было бы арендовать такие апартаменты, такой дом, например, на осень или зимой, потому что здесь прям холодно не бывает. Мне кажется, здесь комфортная зима. Диван. Мальчики уже играют в пинг-понг. Большое зеркало. А мы с вами идем наверх. Это комната, в которой мы расположимся где-то, наверное, на недельку. Ну, так как у бабушки за городом немножко. Мне нравится то, что они оставили камни. Аутентично. Такие всякие детали. Я люблю рассматривать. Но то, что покорило наших детей, вы увидите через несколько секунд. Здесь еще один душ, ну, такой чисто сполоснуться перед сном. И еще туалет, раковина, короче, как обычно. Пойдем в детскую. Детская номер 1 с двухэтажной кроватью. Дети очень хотели ее, у них отдельная комната. Они иногда говорят, а можно нам, пожалуйста? Говорю, зачем, смысл? Ну, можно в Икее купить, знаете, вот сюда ставится письменный стол или делается игровая зона, а сверху спальное место. Ну, как-то зачем? И смотрите, еще одна тайная комната. Это комната одной из младших дочерей. Она совсем вот под крышей. Игнат сейчас залезет и продемонстрирует. Но она говорит,
хозяйка, что дочке здесь очень нравится. Томик разговаривает с кем-то, наверное, с папой. Я сегодня реально расплавилась, поэтому план на день плавать в бассейне до поздней ночи, и все. Никуда не едем, точнее, не прёмся, потому что предыдущие 4 дня мы провели настолько интенсивно, мы столько всего посетили, при том, что мы там уже были, но как-то, не знаю, знаете, интенсивность зашкаливала настолько, что было не до камеры, не до чего-то. В принципе, мы отрубались вечером, отсыпались утром, а Томик утром катался на мотоцикле. Я не знаю, как он выдерживает вот так целый день куда-то бежать, что-то делать, не спать до ночи, потом схватываться ни свет ни заря, чтобы покататься. Это ж нужно иметь такую мотивацию, зато он это винишком не увлекается, поэтому пусть катается. А я не помню, чтобы я дома спала до 10 часов, а тут вообще... У нас были рулеты, которые закрывались и делали полную темноту в комнатах, поэтому нам очень хорошо спалось. Ничего не слышали, классная шумоизоляция, так что мы восстанавливали силы после моря. Еще, знаете, все-таки Хорватия это... Ну, если ты не останавливаешься в отеле типа all-inclusive, это не тот отдых на лайте. Тут постоянно нужно тянуть с собой полотенце, думать о еде для детей, о питье, обо всем. Вот, поэтому пока ты дойдешь до пляжа, пока ты вернешься, даже если ты едешь на пляж, то все равно нужно припарковаться, все это притарабанить на пляж. Потом ты купаешься, ты ходишь, жара сама по себе изматывает, даже если ты просто будешь трупом лежать. Так что проверяю еще, у меня есть батарейка, я ничего не заряжала, не чистила карточку памяти, я прожила в каком-то трансе, честно вам говорю. 4 дня отпуска. Иногда мне кажется, что после отпуска с моим мужем мне еще нужен отпуск, потому что когда ты просто едешь в нормальном состоянии и тебе по кайфу это, то это окей. Когда ты так немножко подстраиваешься под него, то ищешь какой-то дикий пляж. Потом Игната пожалила эта хрень, я потом вам расскажу. Все оказалось не так просто, как нам казалось. Вот, я сказала, все, хватит с меня этих диких пляжей. Он замолчал, и мы ездили в цивилизованные места. Но нужно было, чтобы что-то такое произошло, чтобы вот эти войны прекратились. Потому что по факту ему нравится одно, а мне не то, чтобы нравится другое. Я больше думаю не только о себе, не о своих интересах, а о детях в первую очередь. Потому что им-то по барабану куда идти, а потом начинается: «Мама, я хочу писать». А я в кусты не пойду. А тут пошел, а тут его что-то укусило. И знаете, у нас столько приключений, в кавычках, нехороших, что я уже так осторожничаю. А Томик всегда на чиле, на расслабоне. И вот тогда что-то случается. Поэтому я все-таки за то, чтобы дети себя чувствовали нормально, ничего не произошло. И тоже можно было самой отдохнуть, отдыхая вместе с ними. Чтобы им было чем заняться, чтобы было безопасно, чтобы была еда, было где купить воду, потому что если ты идешь на дикий пляж, то ты тащишь с собой еще и воду. А я спокойно могу выпить 1,5-литровую бутылку воды буквально там, знаете, за несколько часов, плюс дети. Когда так жарко, то это несколько бутылок с собой, еда на дикий пляж и полотенце, чтобы куда-то лечь, чем-то вытереться, не всегда ты можешь сполоснуться после соленой воды. Ну, короче, я вот, знаете, за блага цивилизации. Не прям all-inclusive и все включено. Это, вот, знаете, нужно любить. И это нужно продумывать и к этому готовиться. А не вот так ехал, а увидел пляж, пойдем, и у тебя ничего с собой нет. Так, решила с вами поделиться, а мой муж, вот, чтобы не было людей, чтобы было дико, чтобы там... Не знаю. Я всегда думаю на 2 шага вперед и о детях в первую очередь. Все, поделилась с вами. У меня садится батарейка. Так что следующее включение с вами завтра. Я покажу вам кое-что снаружи. И я думаю, что мы еще куда-то поедем, что-то поснимаю. Вас на связи, девочки и мальчики. Я пока.
пошла. Теперь, спустя 4 дня такого отдыха, я пошла по-настоящему отдыхать. Ой, что я вчера купила? Наконец-то нужно было взять больше, но у меня не было налички и нельзя было рассчитаться картой. Попробую здесь отыскать. Это мед с черным трюфелем. Я, конечно, не уверена, что это прям, знаете, вот этот супер дорогой трюфель, но главное, что аромат такой же. Девочки, это так вкусно. Просто взять хлеб, желательно типа как багет, масло сливочное и трюфельный мед. Это божественно. Конечно, наверное, те, кто не переносит трюфель, меня сейчас не поймут. Я готова фигачить в спортзале, лишь бы только съесть несколько таких бутербродов. Это невероятно вкусно. Обязательно попробуйте, если будете где-то, где это продается или можно купить. Это настоящий деликатес. Купили кое-что на завтрак. Мы всегда завтракаем дома. У меня обычно этот творожок, вот этот, самый вкусный вообще. Если бы у нас продавался, я бы приобретала только его. Иногда с какими-то фруктами или ягодами. Вот у меня будут персики, огурцы, помидоры, к сожалению, из маркета. Это если завтра не успеем на обед, то хотя бы, чтобы были сосиски с макаронами, сыр, салями, какая-то ветчина для малых. Томак любит есть сардины, тунец, вот у него здесь, что это такое, наверное, филе тунца тоже. Это он делает себе бутерброды на завтрак. Также у нас молоко, это нам оставили, это вот мы приобрели для хлопьев, и вино, много вина. Хлопья, еще у нас из прошлых апартаментов остались кукурузные без сахара. Чай, макароны, чтобы отварить, ну и хлеб. Вот несколько видов. И, кстати, здесь довольно сложно найти темный, так же, как в Италии. Его здесь немного. Мы приехали на пляж в городок Брелла. И сейчас покажу вам, как это все здесь выглядит на юге. Ага. На набережной много разных ресторанчиков, но, к сожалению, все они практически из категории фастфуд. Здесь сложно найти что-то типа домашнее. Мне не каждый день хочется и может такое есть. Здесь вот такой причал. Нет, спасибо, загарка. Можно арендовать лодку, мини-яхту, но меня укачивает, поэтому я, пожалуй, пас. Хотя Томак меня постоянно уговаривает, каждый год. Но как мне нравится такая идея. Прямо на лодке по морю приплыли на пляж со свежими фруктами. На месте все нарезают, раздают очень удобно. Мы сегодня утомленные солнцем, буквально. Мне кажется, меня даже подпекло. Я как-то не вовремя обновила SPF. Здесь солнце вообще не щадит никого. Поэтому нужно быть крайне осторожными. Очень жарко. Около 40 градусов. Но вода здесь теплее. Мы сегодня отдыхаем на побережье городка под названием Брелла. И здесь есть культовое место. Я надеюсь, что мы до него добредем. Дерево так прикольно растет. А вообще, мне нравится здесь пляжи. Здесь мельче галька. И даже вход в море более комфортный. Мы пропустили обед. Невозможно есть. Ну, кукуруза, мне кажется, не в счет. 6 часов вечера мы только обедаем. И то сидишь тут, плавишься. Мы с Захаром нашли такое фэнси место. Он заказал себе курицу. Сейчас, по-моему, пушок видно от микрофона. Да, Захар хотел кальмары, но кальмары уже закончились сегодня. А Игнат с папой меняют колесо, потому что мы живем, как я сказала, в жопе мира. В Инстаграме делилась с вами. И там вообще бездорожье, реально. Для того, чтобы доехать до нашей виллы, нужно проехать по бездорожью. А у нас не внедорожник, поэтому мы, короче, поймали что-то, и нужно поменять колесо. Мы обнаружили это тогда, когда Томак докупал паркинг. В общем, мальчики меняют колесо сейчас, слава богу, у нас была запаска, а мы с Захаром обедаем и прохлаждаемся. Хочется, вы знаете, вылить это на себя, потому что невыносимо. Захара укусила оса, Игната пару дней тому назад пожарила растение. В общем, с мальчиками не соскучишься.
Я не жалуюсь, говоря, что здесь жарко, я просто делюсь с вами впечатлениями. И мы не впервые на юге Хорватии, мы об этом знали и раньше, и всегда так было. Это не аномальное явление, аномальным явлением являются пожары. И сегодня я как раз снимала для вас, как пожарные самолеты летели прямо над пляжем, набирали воду, они делали это несколько раз подряд и куда-то в горы потом направлялись и тушили пожары. Просто раньше я как-то, не знаю, могла жариться на солнце, на пляже без зонтика, до потери пульса. Я никогда не возвращалась с шоколадкой, но об этом, наверное, в другой раз. Я по-другому переносила жару, и Томик то же самое. Он вообще никогда не жаловался, он никогда в жизни не ходил в тенек, как-то немножечко передохнуть. Наверное, это возраст. А может, меняется климат. Я не знаю, с чем это связано, но в любом случае, как бы, есть такие наблюдения, и мы с вами пару раз обсуждали эту тему, и многие говорили, что так же. Когда-то мне казалось, что, блин, почему мама постоянно орет, давай в тенек, спрячься, нельзя выходить, там нужно сделать перерыв от пляжа. И я, как ребенок, как подросток, вообще не догоняла, в чем дело. И как-то вот, наверное, после 30 мне самой стало сложно вынести такой солнцепек. Может, это возрастное, я не скрываю. А может, просто поумнела? Не знаю. Короче, скажите, как у вас дела обстоят с жарой? Ну, четко наблюдается вот эта непереносимость пекла. В любом случае, очень кайфово. И мы знали, на что мы шли. Зато есть гарантия погоды, а не то, что в Польше. Зацените пляжный лук моего Томика. Модная панамка. Жак Мюр. Плавки с Микки Маусом. Очень красиво, стильно. Ниже стульчика нет. Ну и шлепки там не видно. Папа у нас всегда на лузе, как говорится. И пиво. Говорит, мне еще надо браслет кожаный купить. Я тебе могу подарить. Нравится мне тут очень. Цивилизованно так. И вечером тоже приятно. Ветерок. А мы ищем камень, на котором растет дерево. О, вот так мне хочется, чтобы апартаменты были прямо на берегу моря, даже не обязательно с бассейном. Чтобы выходишь и сразу море. Ой, даже бассейн есть, Захар говорит. Будем искать в следующий раз такое. Дай бог. Купили Захару шапку, панамку. Хотела вам похвастаться. Моя моделька. Там были разные. Зато теперь на солнце будет не так жарко. Невозможно их заставить носить головные уборы. Правда, черная, ну ладно. Нравится, значит нравится. А вот то, ради чего мы прошли всю набережную. Выглядит, конечно, космически. В море стоит большой камень, на котором растут деревья. Наверное, там есть немножко земли. Они же должны за что-то прицепиться. И мы прочитали, что Forbes, по-моему, в 2014 году, у меня с датами всегда проблема, включил Бреллу, ее набережную, 10 самых красивых пляжей в мире. Представляете? А что тут у нас происходит? Я сейчас на такой летней кухне. Мальчики разожгли камин или печь. Даже не знаю, как правильно это назвать. Наверное, больше печь. И сейчас готовят обед. Игнат, что у нас на обед? Салатка и рыба. Рыба? Рыба? А ты тоже будешь есть рыбу? Салатка.
лапки тебе дают. А, значит, мясо и рыба. Я а что это тут моешь? О, боже. Томик. Привез свежую рыбу. Это Игнат моет помидорки. Томик купил даже не на рынке, а у мужчины. Это из огорода. Должна быть вкусная салатка, то есть салат. Это груши. Игнат, наверное, себя выбрал. Лучок. Вкусная тень будет. Могу я записать, могу когда-то, когда я на початку живая ножик, как бы не видела, где стал. Нашел? Еще записываю. Чистилку. Мальчики делают салат. Молодцы, молодцы. Рубайте. Почистить тарелку для рыбы. У нас сегодня будет домашний обед. Винишко. Такое подозрительно желтое. Странно желтое, оно вкусно. Угу. Томик здесь поливает цветы каждый день, чтобы не засохли у хозяев. И мы подумываем тоже сделать... Игнашка, я не знаю. Подумываем сделать и у себя на участке раковину снаружи. Это очень практично. Обещала вам показать дом снаружи, террасу, бассейн. Ну, какой-то такой подозрительный ветер. Надеюсь, что не будет шипеть микрофон. Мама, хочешь забить погнище, забить такие ковалки помидору? Не-не-не, ковалки хорошо, ковалки. Такие? Осторожно с этим ножом, я тебя умоляю. Домик небольшой, я поделюсь с вами контактами. Ну, очень ухоженная территория, видно, что сделано с душой, то есть так, как мы любим. Здесь вот для маленьких детей, для наших уже не годится, но тем не менее есть домик с небольшой горкой и песочница. Всегда там на пару минут отвлечься, это отличная идея. Рядом никто не живет. Один пожилой мужчина, но то я видела его один раз. Дом очень классный, ветер чуть все разбросал, но я думаю, что суть будет ясна. Здесь пинг-понг, небольшой бассейн, вот для одной семьи вообще с головой достаточно. Он за день нагревается, и вечером вода как чай, вечером и даже ночью. Вот там лежаки, видите, что мы находимся в горах, поэтому у нас более свежий воздух и, в принципе, комфортно именно ночью, потому что не жарко и не всегда хочется даже включать кондиционер. А это мое любимое место для утреннего релакса, для кофепития. В течение дня мы где-то ездим, где-то ходим или вечером тоже. Здорово. Мама, мама, мама. А сейчас мы с вами находимся в моей любимой части Макарской. Я скажу вам честно, что раньше мы так часто, практически каждый год ездили отдыхать именно в Макарску, что мне кажется, я изрядно подустала от этого места, особенно учитывая то, что в Европе есть так много разных городов и стран, да, в которые можно поехать отдохнуть летом. И мне хотелось что-то посмотреть, но вот в этом году мне как-то здесь особенно по кайфу. По-моему, здесь меньше людей, потому что раньше вот идешь в одну сторону, бредет толпа, и в другую точно так же. И ты буквально толкаешься, ты не можешь найти себе место на пляже, где можно прилечь. И с детьми это напряжно, потому что ты постоянно держишь их за руку, чтобы они, не дай бог, никуда не побежали, чтобы они не потерялись. А может, они сейчас повзрослее, и все как-то по-другому, но я... В этом году кайфую от Макарской, от юга. Я много раз говорила о том, что мне нравится север Хорватии, так как исторически это Италия, я вообще влюблена в Италию. Вот все обожаю там. И, наверное, где-то Истрия, вообще весь север Хорватии, слишком сильно напоминал мне именно Италию. И меня там тоже все устраивало. А юг, он совершенно другой. Это мне казалось так вот раньше. Сейчас я и морально, и эстетически отдыхаю здесь, наслаждаюсь. Тем более, что с Макарской у нашей семьи связано довольно много всего. Мы приехали сюда с Томиком, не помню, сколько мы были вместе, но больше, чем полгода. Я довольно быстро переехала к нему из Украины. Блин, начался ветер. В общем, мы поехали сюда отдыхать с друзьями. И мы с Томиком заходили
в разные ювелирные магазины. Они здесь маленькие такие, но очень уютные, там красивые изделия. И он говорит, вот скажи, что тебе нравится, померяй, то это кольцо. И я где-то чувствовала, что он сделает мне предложение, но я знала, что это не совсем вовремя, потому что были определенные финансовые сложности, у нас заканчивался ремонт, точнее даже не у нас, а у него. В то время, так как он сам достраивал первый его дом и делал ремонты на 3 этажах, и это было, ну так, в напряг. Но тем не менее, он купил мне кольцо. Как казалось, чуть ли не на последние деньги, оставалось только на бензин и на несколько дней отпуска до следующей зарплаты. И он сделал мне предложение именно здесь. Ой, это было так давно, что и динозавры не помнят. 13 лет тому назад, 14. Как мы за это время не поубивали друг друга, я тоже не знаю. Мы долго были обручены. Может быть, когда-то мои члены семьи разрешат мне рассказать всю историю. Почему это все так долго продолжалось, почему мы сразу не поженились. Но на это были определенные причины и обстоятельства. Я думаю, что это не столь важно. И потом, спустя где-то 4,5 года, мы поехали отдыхать уже с другими друзьями, но тоже в Макарску. И я чувствовала себя очень странно. Я была вялой, уставшей, мне хотелось спать и писать постоянно. Плюс я не переносила запах сигареты, все вокруг, кроме Томика, курили. И я говорила, отойдите от меня, пожалуйста. А я сама раньше могла побаловаться сигаретами, а тут прям вообще до тошноты. Говорю, нет, ну и меня подташнивало. В общем, ощущения какие-то непонятные были. Я не понимала, что со мной происходит. Мы вроде как хотели ребенка, но я не думала, что я так быстро забеременею. Мы еще с Анеткой, с моей, разговаривали по дороге в Хорватию. Говорю, я не знаю, могу ли я иметь детей, потому что мы с Томиком попробовали, но это будет удивительно, если я вот так вот сразу, знаете, раз и все, и беременна. И потом мы вернулись, я сделала тест. Я была в шоке, что да, так и произошло. Но уже в Хорватии здесь я почувствовала, что что-то не то. А потом, когда я была в положении с Игнатом, почти то же самое, мы хотели ребенка, мы вроде как уже начали стараться, и тут мы приезжаем в Макарску, и снова вот эта беготня по туалетам. Вечером я сплю на ходу, говорю, Томик, не тяни меня на ужин, я не могу, дайте мне поспать. Мы еще с маленьким Захаром были, год с чем-то ему было, 1,4 года, наверное, ну, движ, понимаете. Я говорю, Томик, по-моему, я снова беременна. Он не шути, говорит, не может быть второй раз так же. Я пошла сделать тест здесь. Томик был с Захаром на пляже. Я помню, я была в таком шоке, что... Что, снова история повторилась, я снова в положении. Но так оно и было, девочки. Макарская узнала, что я беременна Игнатом. Вот такие воспоминания. Я сейчас сижу в том месте. Я точно не помню, где это произошло. Много лет тому назад было, я же вам говорю. Но вот где-то здесь Томик сделал мне предложение. Плюс много разных новых построек. Мне сейчас сложно сориентироваться. Но помню, что я плакала. Что все равно это было как-то неожиданно. Потому что мы не так долго были вместе на тот момент. Переезд это тоже было непросто. Собрать вещи и поехать – это одно дело. Адаптироваться, учить язык, как-то найти себя в новой стране. Не просто в новой, а в чужой, абсолютно чужой, где у меня никого не было. Никого из знакомых, помимо моего Томика. Никого из семьи, не зная языка, не зная местности. Ну, я думаю, что многие из вас меня понимают. Хотя тогда, конечно, ситуация была поспокойнее. Весь мой переезд... Прикол, я вам тут рассказываю, как мы с Томиком обручились, о своих беременностях. Меня только что пригласили ребята из Австралии на яхту. Они здесь отдыхают, они вообще путешествуют по Европе. Это не так часто случается. Ну что, кто-то ко мне как-то... Не то чтобы приставал, но хотел познакомиться. Такое бывает, такое случается. Это приятно. Вот. Так что, ребята,
отдыхают, развлекаются, а у нас тут совершенно другой отпуск, и это очень клево. Мне как-то совсем не до вечеринок, не до яхты и тусовок. Так вот, девочки, да, с этим местом у нас связано очень много, и я соскучилась, видимо. Я сейчас сижу и не могу вспомнить, где именно он мне сделал предложение, но Хорватия, Макарска навсегда в моем сердце. Пока Томик работает, а мальчики в бассейне, у меня есть несколько минут перед выходом на пляж, я решила показать вам, что из декоративки и ухода я взяла с собой в этот раз. Во-первых, очищение кожи. Я не везла никакой очищающий гидрофильный бальзам, только пенка для умывания. Это Хэймиш. Я бы сказала, что она больше подойдет или для жары, вот именно в условиях отпуска, когда постоянно перенаносишь SPF, когда купаешься, и кожу нужно очень хорошо, буквально до скрипа очистить. Но на каждый день для обезвоженной, для сухой нормальной кожи я бы выбрала что-то поделикатнее. У того же бренда Хэймиш есть такой вариант. А я покупала на Хёрби миниатюры. Там была вот эта пенка, маска для лица, гидрофильный щербет и что-то еще. Сейчас не вспомню, но вообще наборчик получался очень выгодным. Это у меня миниатюра эссенции от Миша Супер Аква. Я сейчас пользуюсь этой линейкой. Я от нее в восторге. У меня, правда, полноразмерная. Я когда-то очень давно покупала наборы. Там были миниатюрки. Я сохранила баночки. Теперь все переливаю. Очень-очень классная. И я вот взяла эссенцию для увлажнения кожи, наношу ее утром, и здесь у меня также отложен крем Супер Аква. У меня он в большой баночке, его на супер долго хватает. На всякий случай взяла с собой еще один крем, потому что не была уверена, у Томика что-то есть для него или нет. Это Доктор Джарт, но пока что не попробовала, потому что все еще пользуюсь своими запасами. Крем под глаза, от которого я в восторге, это Пюнкан Юль. Показывала вам в распаковке iHerb недавно. Фантастический. Продолжу советовать. От забитых пор вечером я использую лосьон от Holy Land. По-моему, он сейчас как-то по-другому называется. Или наоборот, то название сменили на супер лосьон. Точно не помню, но в инфобоксе обязательно вам напишу. Я покупаю это средство у своего косметолога. И оно действительно при регулярном использовании уменьшает количество комедонов, то есть забитых пор. Это SPF я вам показывала. Это я не каждый день. На самом деле использую микротоки Foreo. У меня еще есть щеточка маленькая Foreo. Есть и большая, но вот такую малютку я вожу с собой в поездке. Она всегда у меня в дорожной косметичке. Микротоки и гуаша делаю по показаниям, когда я просыпаюсь запухшим пчеловодом. Это, к счастью, случалось не так часто в отпуске, поэтому просто на всякий случай взяла с собой. Это такая минутка для себя любимой. Не минутка, а пару минут. Это расческа. Аромат этой поездки – это Dior. Ой, что-то Dior запачкался. Я вообще-то не крашусь здесь каждый день, разве что иногда вечером или тогда, когда мне хочется сфотографироваться, чтобы черты лица были более выразительными на снимке. BB-крем от Миши, SPF 30. Ой, Миша, Пупа, что я говорю? Очень классный. Это мое открытие года, и он однозначно будет в фаворитах 2022. А потом еще и контурирование. У меня есть вот такой стик от Fenty Beauty. Он красивого, холодного коричневого цвета, оттенок Amber. И он еще очень хорошо держится. Так долго мне служит, что он, наверное, быстрее испортится, чем я его закончу. Также у меня есть вот такая штучка для бровей. Это маркеры тени 2 в 1 от Eveline. У меня самый светлый оттенок Light, но там красивые другие цвета, потемнее. Очень стойкая вещь, я должна сказать. И все-таки на пляж я рисую брови, потому что без бровей все, конечно, совсем бледно. И на каждый день у меня блеск от Eveline тоже, линейка Varieté. И совершенно неожиданно самый яркий оттенок, номер 6, оказался моим самым любимым. Он делает лицо более таким свежим, что ли, отдохнувшим. Так, это основная часть. Иногда мне хочется еще и добавить
румянец, и у меня в дорожной косметичке есть вот палетка Hourglass. Сейчас гляну, что это за подборка цветов. Здесь красивые, опять же, освежающие, оживляющие румяна. Вот пудра в моем любимом цвете и хайлайтер. Я обычно все это смешиваю и наношу в качестве румян вот такой кисточкой, тоже универсальная Икотулс. Эти дорожные, они по размеру меньше, то есть сама ручка меньше, а верхняя часть точно такая же, как и в полноразмерной версии. И я их стирала, девочки, чем угодно, мыла. С ними все окей. Вот такая у меня дорожная косметичка. Ничего сверхъестественного. И теперь все, пошла складывать. Я же вам так и не показала, как в этот раз мы поехали отдыхать. Муж притарабанил с собой свою игрушку, мотоцикл. И, Томик, ты расскажешь о своих приключениях? Может, в следующий раз? Посмотрите, как это держится. Чтобы его вообще сюда запереть, нужна помощь. И Томик ее находил. А потом он еще все это прицепил какими-то... Как они называются? Ну, такими пасы. Штуками. Пасы, я не помню, как это по-русски. Неважно. В общем, я думаю, что вы видите, о чем идет речь. Наверное, это типа тросы какие-то. Да, и прицеп вместе с ними Томик арендовал. То, о чем он не стал рассказывать, это то, как он грохнулся. Рядом с нашим домом там была такая дорога, точнее, она отсутствовала, поэтому он сильно повредил ногу. Мы, как всегда... Что тут сказать? Спасибо, что вы провели этот влог со мной. Я надеюсь, что вам было интересно, и вы зарядились морской атмосферой. Не забывайте поставить пальчик вверх, мне будет очень приятно. А на этом мы с вами прощаемся. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.